Всем привет! Сегодня у нас 26 августа. Смотрите, участок проспекта Ленина от улицы Кулаковского до улицы Октябрьской. Вот так вот выглядит. Здесь положили асфальт. Здесь сделали уже, значит, тротуар положили. И вот эту велодорожку. Видно, да, велодорожка. Тут еще какие-то работы идут. Так, ездит еще техника какая-то. Там театр оперы и балета. Значит, давайте пройдемся по этой дороге. Вот, получается, ее асфальтируют. Вот отсюда заасфальтировали. Ну и дальше пройдемся, посмотрим. С двух сторон делают коммуникации. С двух сторон, получается, будет у нас велодорожка и тротуар. Ну и еще, соответственно, вот это вот, здесь зона высадит какие-то растения, кустарники или что здесь будет. Так, это люки сантехнические, получается, еще будут здесь асфальт ложить, потому что, видите, он торчит. Они должны как-то вровень, я думаю, с асфальтом. Так, здание Академии наук. Якутский филиал Академии наук. Вот это вот здание историческое. Так, здесь мы выходим. Это театр оперы и балета. Площадь Дружбы. Ну, вот такие вот работы здесь идут. Интенсивные. Здесь, видим, уже бордюр сделали. Такие какие-то... А, это пешеходный переход. Переход будет здесь. Вот смотрите, как все здесь делают. Интересно, да? Работают рабочие. Там что-то сыпят они. Ну, первые вот, кто велосипедисты, испытывают полотно. Ну да, еще будут насыпать, потому что люки вот эти сантехнические, они торчат просто. Так, улица, это у нас Петровского, ее тоже будут делать. Ну и здесь на площади, где театр оперы и балета, много-много вот этой плитки, или как она, брусчатка называется еще. Здесь видно вот эти всякие коммуникации. Еще здесь столбы, опоры будут установлены. Ну, здесь частично велодорожка сделана. Ну, еще тротуар не сделан. Так, посмотрим. Вот это участок, кстати, здесь вот захоронение было найдено зимой, какое-то древнее, 18 или 17 века, или даже 16-го, тут захоронение, были раскопки произведены, соответственно. Так, и идем дальше, гуляем по первому асфальту на проспекте Ленина. Да, люки эти торчат, то есть еще здесь должны слой нанести. Сегодня у нас уже конец августа месяца, 26 число. И, насколько я знаю, работы были что-то запланированы по октябрь месяц. Ну, могу ошибаться, конечно, да, но вроде бы так. Но работ еще много, в принципе. Поэтому вот здесь вот, вот этот участок вот сделан. Вот так он уже выглядит. Как будет выглядеть вся улица, проспект Ленина. Ну, здесь все равно работы еще много. Смотрите, здесь вот эти вот надо будет асфальтировать. Выезды, заезды. Коммуникации, вот эти слив воды, соответственно, все это надо сделать.
То есть как бы мало того, что улицу сделать, надо еще тротуар сделать. Вот эти вот все нюансы здесь, значит, сходы, вот эти места, где будут растения, их, то есть, облагородить, тут какие-то фонари или что здесь поставить, опоры, вот такие вот какие-то опоры должны, еще куча работы. А у нас уже, в общем-то, жара прошла, ну, сейчас осень уже практически, да, вот если по, как бы, по погоде судить, да, вот тут даже березка уже, листики уже начинают желтеть. Ну и все, мы дошли вот от начала участка ремонта вот до улицы Кулаковского. Сейчас туда выйду, сниму, что как выглядит. Да. Вот, видно, да? Тут еще должны заасфальтировать. Короче, работа еще ой-ой-ой. Мало того, что эту дорогу саму сделать, да, надо еще вот вокруг все эти зоны, все их привести в нормальное состояние. Ну, в общем-то, вот такой вот коротенький репортаж про участок вот этот, который заасфальтировали от улицы Кулаковского до улицы Октябрьской. Всем пока!